Семья Потаповых любит спорт и активно проводить время. Поэтому за идеи для бизнеса взяли экстремальные виды спорта для детей, в том числе олимпийские. Они открыли мультиспортивный детский клуб. Там ребята учатся кататься на роликовых коньках, беговелах, скейтбордах, велосипедах, исполняют трюки и объезжают препятствия. Благодаря мерам поддержки удалось открыть второй филиал и закупить новый инвентарь. Мы состоим в реестре социальных предприятий. Буквально в этом году мы поучаствовали в конкурсе на получение гранта и получили 500 тысяч рублей. Полученные средства мы потратили на приобретение оборудования для того, чтобы мы могли проводить одновременно больше тренировок, охватить как можно больше ребятишек. На полученные средства закупили велосипеды, скейтборды и другой инвентарь. Благодаря поддержке удалось увеличить прибыль в 2 раза. А вот Татьяна и Юлия в своей школе обучают детей ментальной арифметике и скорочтению. Регион оказывает всестороннюю поддержку с начального этапа. Предпринимателям помогли зарегистрировать свой бизнес и направили на обучение. Мы сначала работали как самозанятые и поняли то, что нам надо расти дальше. И мы обратились в дом предпринимателя, где грамотные, вежливые консультанты, настоящий профессионал своего дела, помогли нам с оформлением ИП. Мы буквально в скором времени планируем расширяться, хотим прописать грант, выиграть деньги на осуществление своего проекта и уже расширить нашу школу, нанять преподавателей, чтобы было больше детей, как большая дружная семья. Для получения гранта предпринимателям необходимо пройти обучение в региональном центре «Мой бизнес», где опытные эксперты рассказывают об основах предпринимательской деятельности. Поддержка бизнеса проходит по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. На сегодняшний день в Ульяновской области осуществляют свою деятельность более 42 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, УПРАВДА ТВ.